В Ульяновске провели первую уникальную операцию по извлечению 70-сантиметрового куска отбойника мостового ограждения из тела человека. Пострадавший попал в серьезную аварию на трассе в Майнском районе. Тогда металлический швеллер вонзился в левое плечо мужчине. Его госпитализировали в Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени Чичкалова. Была проведена экстренная операция по удалению инородного тела. Соответственно, по реконструкции сосудов, хирургическая обработка мышц, костей, лопатки, там ключицы. После того, как мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, ему сделали МРТ, которое показало, что арматура вонзилась в паре миллиметров от жизненно важных органов и артерий. Пострадавший в буквальном смысле родился в рубашке. Инородное тело было длинным, около 70 сантиметров, поэтому пациент в компьютерный томограф не помещался. Пришлось укоротить инородное тело с помощью болгарки, а затем мы ему провели компьютерную томографию. По словам медиков, сейчас пациент уже идет на поправку. Он проходит интенсивное медикаментозное лечение. После подобных травм назначается длительная антисептическая реабилитация. Приехала вот скоро. Большое спасибо, то, что помогли мне. То, что сейчас здесь лежу, а не в могиле. Сейчас себя чувствую более-менее хорошо. Кушаю, хожу. Уже ходить начал потихонечку. В нейрохирургическое отделение областного центра спецпомощи с отчетанными травмами различной степени тяжести поступает пострадавшие в ДТП со всей области. Сегодня бригады высококвалифицированных медиков справляются с самыми сложными травмами своими силами. Антон Никонов и Герман Баранов, Улправда ТВ.